Если ты задаешься вопросом, как правильно установить RTX ремейк и не обосраться, то тогда ты попал куда надо. И смотри далее. Привет. Если ты все еще не знаешь, как установить RTX ремейк, тогда смотри. Открываешь любой браузер и заходишь. Любой поисковик. Пишешь RTX ремейк по-русски, либо по-английски. Это не влияет. Обычная ссылка самая первая, которая нам нужна. Если ее тут нет, то можешь найти ее у меня в описании. Листаем вниз. Выбираем наши товары. Выбираем проходку на ЗПТ. Нажимаем купить. Вводим свой никнейм. Вводим свою почту. Это хоть и не обязательно, но тебе туда придет чек, с помощью которого ты получишь роль, то, что ты купил реально проходку. И ты сможешь писать в Discord сервере, там, где раньше не писал. И обязательно вводишь мой промокод Jolis. Вот так вот делаешь. У меня уже, конечно, так пишется, но потому что это правильный. И он дает скидку. Неплохую. Посмотрите, без промокода. Ну, не пишется. Тут не влияет, не меняется цена. Пишите Jolis. Можете скопировать в описании, если что. Вот. Пишет промокод успешно активирован. Нажимаете купить. И можете пока что остановиться. Ведь, возможно, этот никнейм может быть кем-то забронирован. Заходишь в Discord. Как зайти? Если у тебя нет этого Discord сервера, то он есть в описании. Заходишь, как зайти. Выбираешь установщик. Нажимаешь все равно загрузить. Он у тебя скачивается. Нажимаешь «Открыть». Нажимаешь «Ок». Нажимаешь «Далее». Нажимаешь «Установить». Нажимаешь «Завершить». У тебя открывается лаунчер и обновляется сразу же. Сразу же с обновлением загружается Java, необходимая для Майнкрафта. Пожалуйста, у тебя получается вот такая менюшка. Тебе нужно нажать «Зарегистрироваться». Пишешь свое имя пользователя, которое ты написал уже вот тут на сайте. Пишешь свой пароль. Повторяешь пароль. Если у тебя все хорошо зарегистрировалось, то это уже успех. Как только ты зашел, сейчас я зайду в свой профиль. Нажимаю «Продолжить». И у меня как раз таки двухфакторная авторизация. Пожалуйста, я зашел. Нажимаете кнопку «Загрузить». Выбираете, куда вам надо загрузить. Лично у меня три диска, поэтому хорошее название. Он у меня уже вот тут установлен. Я нажимаю «Установить». И пока игра устанавливается, ты можешь пойти уже оплачивать. После того, как мы проверили, что аккаунт свободен, вместе с никнеймом, мы нажимаем либо свой способ оплаты, либо мой, который я рекомендую. Это СБП. Наводите телефоном, камерой на QR-код и оплачиваете в мобильном банке. Все. Вот и все. Работа по оплате. Остальное осталось самое легкое. Но только скачалась игра,
Нажимаешь играть. Как только вы загрузились, можете нажать F11, либо перейти в вот такой режим. Лично мне удобнее вот в таком. Заходите в Playgame. Выбирайте любой удобный для вас сервер. Unlim, Duo, Polygon, чтобы попробовать пострелять. А если ты новичок, то для начала зайди на полигон, чтобы понять, как работают механики стрельбы. Но перед тем, как пойти играть, желательно зайти в настройки. У вас будет очень много музыки, поэтому настроить музыку, управление под себя, если вам будет неудобно, поле зрения и так далее. И обязательно вот здесь, в графике, надо поставить детально, а не быстро, иначе у вас будет листва непрозрачная. Детально. Ну и все, вы теперь можете играть. Сохранять в сердце все те моменты, которые вы поймете. Если этот человек